Purnamatonito, Purnamatonito, Tustote, Tustote, Purnamatonite, Purnamatonite, Tustoperta, Kim Pustitupa, Tupa, Piti, Pupa, Tustupa, Chico, Tustupa, Manastico, Pishama, Pusti, Pati, Pati, Pusti, очень интересный, потому что я впервые попробовала на страх и риск работу с культурами именно из дерева, потому что это очень интересно для меня было изначально, потому что здесь есть именно много клондайка нераскрытого, вот взаимоотношения человека и природы, взаимоотношения нашего состояния и Вселенной, потому что мы есть одна клетка, и вот когда мы расширяемся, мы можем как бы все вместе взаимодействовать, и это очень интересно. Поэтому для меня сегодняшний эксперимент был уникальным, потому что я увидела себя новую, и звучание новое, и музыку новую, потому что больше полпроцента это был эксперимент импровизации. Разные люди по-разному воспринимают искусство. Кто-то слышит музыку, а кто-то видит цвета. Вот так вот у меня и появилась идея объединиться с Назгуль и скомбинировать эти два вида искусства. Я передал свои эмоции в скульптуре, а она это сделала с помощью музыки.